Дорогие друзья, всем привет с Ибицы. Мы находимся на набережной у знаменитого кафе Мамбо и кафе Дель Мар. Вот сейчас, в январе, здесь все выглядит вот так. Спокойствие, безмятежность. На улице сейчас где-то примерно плюс 17 градусов. Наслаждаемся. Наслаждайтесь закатом. Тебе видно закат под этой шляпой? Так идем туда, походим. Строительная сетка рулит. О, глянь, вывеску сюда же сняли. Да. Раньше там была вывеска такая. Наверное, хозяева. Смотри, такой же мрамор, как у нас на баре. А видишь, у них расписаны вот эти всякие рюшечки, они в разные цвета расписаны. У нас просто все закрашено краской. Они, видишь, все взяли, разрисовали. Так можно так сделать, только, знаешь, наша зеленая краска, цветящаяся, прикинь, так сделать, вот такие всякие эти, обрисовать орнамент, офигенно получится. Я попробую. Вот, это вот знаменитое кафе Дель Мар, вне сезона. Так, а вот здесь вот замутили реформу, ремонт вот этого отеля. Вот это все обещают отремонтировать к сезону. А вот здесь бывший владелец клуба Space собирается открыть вот такой вот лаунж, террасу, бар с видом на закат. Написали в прессе, что он уже подписал контракт об аренде и о том, что он собирается здесь устроить какие-то оперные вечера с видом на закат. Прям как Space. Ты смотри, какое облако. Вот, обратите внимание, что зимой солнце скрывается вон там, за горизонтом, а не вон там, как летом. Вот. Зимой у нас солнце всегда вон там.
Дави, как холодно. 17 градусов. Ощущается ниже. Давай мне сфоткать. Чё с ты? Ты бы так шла, увидела закат, и тебя приперло. Вот, смотришь, кому-то даже вон еду приготовили. Ну, видишь, балкончик. Так вон еще есть балкончик. Вон там, вон там. Так вон там вообще дверь какая-то, вон, видишь? Да. Нафига? Для не, наверное, так открывали, типа, чтобы типа был сквозняк. Сквозняк. Глянь, вон, люди живут, на закат к себе на балкон выходят. Такие, опа. Время заката.